Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас на своем канале. И хочу с вами сегодня поделиться такой радостью. У моей орхидейки, азиатской орхидейки Сога Вивьен, начал расти новый листик. Эту орхидейку я приобрела 2 октября 2016 года. В описании я поставлю ссылочку на видео, где я все снимала, как я с ней работала, как я ее пересаживала. И вот она меня радует. Посмотрите, какой у нее малышок. Главное, что он вот с такими желтыми краешками выходит. Вот. Я так переживала за эту орхидейку, я думала, что она у меня не приживется, но нет, оказалось, что все хорошо. Вот новый листочек, и он зелененький, с желтым ободочком. Я ставлю ее на досвечивание. Наверное, через день я ее досвечиваю, чтобы она получала больше света, и чтобы именно вот ее листики, окрас был такой вот зеленый с такими вот светлыми ободками. Ну вот, очень хотелось мне поделиться с вами такой новостью от моей орхидейки. Вот с этой стороны вам покажу. Вот видно, да, что он там зелененький внутри, а по бокам светленький. Ну, надеюсь, эту зиму она хорошо переживет. Если ей сейчас уже все нравится. За все это время я удобрила ее только один раз. То есть сначала вот просто вода. Опрыскиваю, ну, как обычные орхидейки. Только один раз она получила порцию с удобрением. Сейчас немножко войдем в режим. Вот листик вырастет. И буду за ней ухаживать так же, как и за всеми своими фаленопсисами. Так что вот, похвасталась вам своей такой радостью от моей орхидейки Сога Вивьен. Выращивайте орхидейки. И пусть они вас тоже радуют. Всем спасибо и пока. До встречи на моем канале.